альтернативная группа, несмотря на то, что вас здесь все знают. И это не уроженная сада, еще шаг назад. Шаг назад. Нас много. Вот он потенциал страны. Потенциал северной столицы. И эти люди сегодня были дома в дворце. Посмотрите, какие лица. Они сияют уверенностью в завтрашнем дне. Но мало парней. Опять, видимо, хотят за женские плечи спрятаться. Мужики есть здесь? Или только опять женщины будут все вопросы решать? Парни есть? Ну давай, конечно, пару парней еще хоть человек 20 выйдут сюда, парней. Кто за судьбу страны будет отвечать? Опять женщины? Нет, я против. Женщины должны помогать. Это вспомогательный ресурс. Мужчина! Мужчины есть? Жаль, сектора не могут сюда приехать. Жаль. Ну еще человек 50, я думаю, я буду поправить. Мужчины! Не проходите мимо! Я думаю, надо снимать все, что происходит сейчас на этой сцене. Доставайте айфоны. Делаем селфи. Ставим хэштег Кортулинска. Санкт-Петербург. Город будущего! Дамы и господа, всего 4 минуты. Это доверчивые люди, да? Они не знают, зачем мы их пригласили. Настоящего отрыва! Любимой песни мы поем и танцуем. Все готовы вместе с нами, белые розы, поехали! Белые розы!
можно пучнее, чтобы мы попали в кадр. Все достают телефоны, айфоны. Все достают фотоаппараты у того, что есть. И делаем фотографию, размещаем ее в соцсетях. Внимание, друзья, на счет три. Внимание, давайте немножко звука. На счет три мы изображаем радость. А вы успеваете эту радость сфотографировать? Раз, два, три! Это какая-то вымученная радость. Нужна радость искренняя, потоком идущая от чистого сердца. Еще одну фотографию на бис, друзья. Внимание! Раз, два, три! Поаплодируйте нашей яркой, смелой анимации. За ними будущее, это молодые люди, заряженные позитивом и отличным настроением. Поддержите аплодисментами, они не хотят уходить со сцены. Сцена – это наркотик. Несмотря на то, что сердце бывает и разбито на этой сцене, тем не менее, вот они, звезды 21 века, уверенно смотрят в завтрашний день. Они точно придут голосовать, я уверен, им не все равно. Поклон, парни, поаплодируем нашим гостям. Гости, Олег Ильхарчук, отпусти женщину, возвращайся в семью. Дорогие друзья, поаплодируйте. Мы к вам спустимся позже. Мы должны еще доработать на финишной прямой. Друзья, контракт подходит к концу. Я понимаю, нет конца счастью. Хор турецкого в городе. Звезды, которым рукам лещет весь мир. Это мы. И мы сегодня у вас. Здесь, в Ледовом дворце. Вместе с жителями города. Город! Великий город! Я только будем петь вместе сейчас. Песня называется... Ее не надо анонсировать. Вы ее знаете. Чувствую. Нет, ну неправильно. Все неправильно. Город над вольной невой. Ну что ж меня не понимают мои музыканты? Я хочу видеть глаза жителей Петербурга, Ленинграда. Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Вместе со мной слушай, Ленинград. Я тебе спою задушевную песню свою. Еще раз слушай. Слушай. Уходят только не патриоты сейчас. Задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы вы ни встретились, где бы вы ни встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю. Беспокойную юность. Споем все старые друзья с секторами. Старые друзья, вас я узнаю. Беспокойную юность. И мой любимый куплет, песня летит. Песня летит над него. Засыпает город дорогой. Парка и сада, липы шелестят. Уважаю ваш город. Мой отец – участник прорыва ленинградской блокады. И он меня привез сюда, когда мне было 3.
Лиссабона. У вас потрясающий город, красивый, но главное достояние города – его люди. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встаем над него? Парни ответили. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встаем над него? Несмотря на это название «Ледовый», льда нету, есть тепло ваших сердец. Поклон! Мы вас любим! Лучшую жизнь. Всех нас объединяет. Играйте, маэстро. Поем с городом. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны. Снова мы оторваны. Снова между нами. Снова между нами. Звездные огни. Звездные огни. Аэродром. Здесь у нас туман. Здесь у нас холодные. Здесь у нас холодные стены. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Все! Включите свет, я хочу видеть всех. Мой компас земной, а удача награда за свет. Саботаж включают. А песни принятели. Домой на одной. Что только доги в небе. 105 баллов, вы поете великолепно. Продолжаем. Второй куплет. И поверь, что здесь издалека многое теряется. Сектора. Многое теряется из мира. Тают. Тают грозовые облака. Кажутся нелепыми. Кажутся нелепыми они. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным. Надо парни, быть идите в народ. Грабы, что порой от жизни получать. Радости скупые телеграммы. Все. Надежда, мой компас земной, а удача награда. Собрана. А песни вы хотите, пойте с нами. Домой на одной, что только о доме в небе. Проверим город на прочность, поднимите тональность. И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то. Все, что мы когда-то видели. Милые усталые. Милые усталые глаза. Синие московские. Синие московские метели. Снова между нами. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает. Жизнь нас разлучает, как медведи. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник. Россия, все вместе с нами. Россия, наш компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно той, что кто еще раз Россия с сигналами. Поехали. Россия, наш компас земной, а удача.
остаться дома. С сентября сделайте свой выбор. Будущее России зависит от нас с вами. И если вам не все равно, где будут жить ваши дети, приходите на избирательный участок и сделайте свое более изъявление. Предлагаю встать и спеть вместе с нами гимн России. Праздник 21 сентября Октябрьский.